Забудь про боль. Ты еще жив. Так что шагай. Уильям, ты меня слышишь? Если ты на 5-й авеню, стейт-билдинг уже почти рядом.
Показывала открытки от родных из Нью-Йорка. Хотела туда поехать. Только я и ты.
Привет, Громила. Проверишь старика на прочность? Придумай, как подняться на вершину стейт-билдинг и свяжись с бойцами сопротивления. Ищи лифты, лестницу, что угодно. На верхних этажах должен быть терпимый уровень радиации. Твой голос, Аня. Вечное блаженство. Ты! 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 Ты!
У меня как будто кишки наружу. Ходячий труп.
Какого хера пришел, беложопый? Спокойно. Во-первых, давайте проясним. Я не нацист. Ты что сказал? Ты нацист? Нет, 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 я не нацист. Не нацист, ясно? Если ты не беложопая фашистская свинья, значит, ты цветной или девиант. Ты явно не цветной, значит, под девианта косишь. Похож он на девианта, сестра нет. Грейс? Тихо, тихо. Да, я не девиант, но я... Я так и думал, сраный нацист! Все достали. Ох ты, сука! Еще раз повторяю. Я, твою мать, не нацист. Эй! А ну, поставь суперчудилу на место, иначе я засуну тебе эту гранату в жопу. Так глубоко, что успею сплясать джигу, пока твои гребаные кишки будут медленно сползать с потолка. Сечешь? Леди... Я сыт по горло этой херней. Мы пытались выйти на контакт с вашей группой. Мы хотим устроить революцию в Америке. Мы? Круг Райзау. Чудила, проводи этого сукиного сына в дом и накорми горячим обедом. Сейчас ставлю чеку. Черт! Ложись! Ослабься. Это муляж. О, у этой сучки черный юмор. Чувак, так и будешь на мне лежать?